этот концерт хор ННГУ исполнял для суперэкспертов в области хорового пения в Африке. В итоге, как всегда, золотые медали и море эмоций и воспоминаний. Обо всем этом смотрите видео медиацентра под названием «Африканское золото». А в старом актовом на Покровке эта программа прозвучала 6 сентября. Концерт был особенный для своих, для студентов, преподавателей и выпускников ННГУ, для ректора и всех, кто поддерживал хор и помог ребятам отправиться в Африку. Я должен вас предупредить, мы вступили в очень опасную фазу. Мы от вас ждем только побед, только золота, только славы и ничего другого. Поэтому я благодарю вас, что вы оправдываете наши надежды. Я благодарю вас, что у нас такой хор. Я вас люблю. И вас лично тоже. Выступление состояло из двух частей – популярной и академической. Но деление это весьма условное. Все номера были наполнены ритмом, движением и эмоциями. Это больше, чем концертная программа. Это целая постановка. Во-первых, мы ее очень долго готовили. То есть она такая вся отточенная, выученная. А потом она даже достаточно интересная. Мы участвовали в двух категориях – это поп-хор и университетский хор. Разнообразная и русская музыка, и духовная музыка, и африканская музыка. А в категории поп-хор – очень много хитов, именно которые знает молодежь. Это «Стинг», «Мадонна», это саундтрек к сериалу «Игра престолов», и которые очень интересно аранжированы, и еще добавлены такое театрализация, сценическое действие, которое мы тоже очень долго отрабатывали. Я надеюсь, будет интересно. Очень сложно. Это сложнее исполнять. Это кажется, что легче исполнять на сцене. Это же требуется определенный звук, определенная подача, телодвижение, свобода. Да? Академическая музыка, если мы стоим, строгость, такое вдохновение в лице и в душе, а здесь это во всем теле. «Игра престолов». Ну, я же знаю это произведение. Я уже, наверное, лет 50 уже пою, сколько смотрю этот сериал. Фишка в том, что, о, блин, тут какие-то еще ноты непонятные. А как это петь? Оно так клево звучит. Вот такая как бы идет концепция, что с каждым разом, каждой репетицией произведение, которое ты даже прикольно знаешь, оно приобретает очередные, так сказать, новые оттенки звучания. В этой программе что-то свое любимое, какое-то свое любимое произведение, за которое он и цепляется в этой программе, которое он ждет с нетерпением во время выступления. Одно из моих любимых произведений – это то произведение, которое мы учили специально для Южной Африки. Это африканская народная музыка «Индадана». И я ее с нетерпением жду при любом выступлении. Мне кажется, именно благодаря ритму, даже бессознательно, мы можем сказать, что мы понимаем эту музыку или нет. И от этого очень часто зависит еще и атмосфера, в которой эту музыку слушаешь, как, в которой ты ее исполняешь. Программа нашего хора великолепна. Я очень рад, что у нас такой хор. Я его поддерживаю, как умею, как могу, и горжусь этим хором нашим. Это часть университета. Как говорят сами артисты хора, главное не Африка и не золото, а прежде всего то, что они вместе пережили очередное приключение. Один за всех и все за одного. Неудивительно, ведь их мастерство в том и заключается, чтобы быть на сцене одним целым. Мы представляли свою страну, мы были вместе, и при этом мы были со всем мировым сообществом, хоровым сообществом. И это было большое единение, это было очень здорово.
что мы были часть такого большого праздника. Три составляющие – это участие в Олимпиаде, это посмотреть новую незнакомую страну, и это вырваться из повседневной жизни и пообщаться с родным коллективом более тесно, окунуться вот в эту дружбу, взаимопонимание. Вот, это супер. Всякая семья – часть чего-то большего. Хор подарил зрителям ощущение, что все мы единое племя ННГУ. Мама говорила, что издавне, когда даже она еще училась, что уже была популярностью этого хора, что они были известны, они были лучше всех. И я поняла, что такую легенду надо узреть воочию. Очень необычно, очень атмосферно, погружающе и, ну, это та музыка, которую я не слушаю каждый день, скажем прямо, но когда это все вживую, ощущения очень классные. Вообще любые здесь занятия, увлечения, это все связано с вузом. Даже если пойти, например, спортом заниматься, это же тоже какая-то часть. И мы едины все, и неважно, на каком факультете мы учимся, юристы или журналисты или филолог, вы все вместе, вы все едины. Вот, я так считаю. Хор – это, можно сказать, даже душа вуза, вот, и нужно эту душу показывать людям, раскрывать ее. Раскрыть свою душу вместе с хором ННГУ можно попробовать не только в зрительном зале. Прослушивания новичков пройдут в Старом Актовом на Большой Покровской 10 и 11 сентября.